Добрый день, друзья и подписчики, родственники и знакомые. Всем большой привет. Хочу сегодня провести дегустацию домашних вин, которые делаем сами. Вот это виноградное вино. Домашнее, чисто домашнее, без всяких дрожжей, без каких-либо примесей, без ароматизаторов, без всего. Вот это вино получилось такое красивое, грушевое. Вот это сидр, это яблочное вино. И вот это абрикосовое вино. В этом году я делал, обычно каждый год делаю только виноградное и сидр. А в этом году решил попробовать. Грушевый поставил и абрикосовый поставил. Просто в этом году был урожай хороший, абрикосы и груши. Из-за этого я поставил, девать было некуда, выкидывать было жалко продукт. Я сделал вина, поставил. Данные вина, я думаю, в этом году, если будет урожай, я покажу, как делаю я их на самом деле. То есть, есть у меня самодельная дробилка, есть свой пресс, как я дроблю, как заквашиваю, как у меня стоит, бродит, после как добавляю сахар. В общем, весь процесс практически снимем и покажем, как делаю. Это все очень просто, никаких затрат практически. Единственное, небольшое количество добавления сахара. Все. Остальное чисто гидрозатвор, брожение, чисто на диких дрожжах бродит. Ну вот, виноградное вино, оно получается всегда вкусное, очень хорошее. Ну, делаю я большинство из сорта Изабелла, но в этом году у меня будет сортовой виноград немножечко. Я попробую из него еще сделать. В том году у меня, то есть в прошедшем году у меня было где-то всего получилось 2 литра из винограда, который сортовой. Но вино, конечно, вкуснее, чем Изабелла. Но Изабелла тоже вкусное вино. Вот. Так что ты не продегустировал-то? Дегустировать мы сразу будем тогда. Хорошо. Ну, аромат. Аромат. Виноград. Ну, какой-то сладостью, что-то, ну, вкусным, таким приятным запахом. Вкус терпко, сладенький такой. Да, сразу предупреждаю, друзья. Вина я все делаю. Вина делаю с добавлением сахара. Где-то грамм 200-250 на литр сахара. То есть у меня вина получаются не сухие, не полусухие, а где-то, ну, ближе к крепленным как бы. То есть крепкость я не замерял их, но, поверьте, вот таких 2 стаканчика выпить винца и будет хорошо в голове. Вот. Ну, виноградное вино вкусное. Как видите, на цвет оно прозрачное, отстоялось. То есть, снимаем его 3-4 раза с осадка. Также и все остальные вина с осадков обязательно снимаем. Постоянно. То есть, где-то месяц-полтора проходит, осадок выпадает, мы снимаем с осадка. Вот это грушевое виноградное вино вкусное. Сразу говорю, очень вкусное. Грушевое вино тоже очень вкусное. Мне понравилось. Поначалу оно было светловатое, как сидр, а после, когда настоялось, уже стало вот таким цветом. Ну, запах здесь присутствует груши. Прям вот именно груши. Естественно, это же груши. Сидр, допустим, пахнет от сорта яблок, зависит. А груша, она вот, ну, просто груши, вот такой аромат идет. И, ну, тоже вкусное, очень вкусное вино. Немножечко вот дубильные свойства в груши присутствуют. И она вот в винограде поменьше, а здесь чуть побольше. Такое вот оно терпкое, ну, как такой, ну, я не могу объяснить вкус, как вот он, но очень-очень приятный. Сомелье из тебя. Так, сидр я делаю, обычно из последних яблок, которые вызревают именно на дереве, и уже, ну, где-то к концу сентября из него... А сорт яблок? Получается самый вкусный. Сорт у меня обычный, Спартак. Сорт Спартак. И обычно где-то к концу сентября они уже вызревают хорошо.
такие наливные получаются, даже порой, как раньше вот медовая ранетка была. Такие бывают, у них бачок там наливной. Вот с них я обычно делаю всегда такой сидр вкусный. Сидр тоже получается, я никогда не думал, что вот с яблок можно сделать очень-очень привлекательное и очень вкусное вино. То бишь, вот допустим, если разделить эти все вина по местам, ну, первое место я дал бы винограду. Груша тоже вкусная. А второе место обязательно всегда бы только сидру. Сидр, он такой, даже вот, ну, яблок, здесь от сорта яблок зависит, наверное. Яблоками больно не пахнет, но такой сладенький привкус, такой есть у него, это запах, аромат. Сидр на вкус, он чуть-чуть полегче груши. Груша как-то, она вот дубильная, эти свойства, она немножко, ну, на вкус цвет товарищ нет, но она специфический у нее вкус, но очень хороший. У сидра он легенький, очень, ну, это сидр есть сидр, он очень легкий у него. Это яблочный просто сок, сладковатенький получается, очень приятный и хороший. И последнее, вот это новшество. В этом году я первый раз делал, то есть если сидр, грушу и виноград я делал уже не первый год, ну, груша зависит от вызревания. Если она спелая груша хорошая, тогда получается вот такой вот. Вот она по цвету, видите, с сидром, оно прям приятно такое, коричневато какой-то оттенок у него. А вот абрикос, он ближе к груше цветом. Поставь рядом, чтобы видно было. Он ближе к груше цветом, как бы. Вот сидр сюда, абрикос вот сюда поставим. Он ближе к груше цветом похож. Но он, у него запах такого, вот когда большое количество, насыщенное количество ароматов, и вот он, ну, то есть абрикосы, вот этот запах, вот он похож вот на этот, прям такой, как-то с резкостью вот этот вот. И также вкус у него такой специфический, он после вкуса, вернее, не вкус, а после вкуса у него. Когда пьешь, он приятный, как компот, вот, абрикосовый, но вот это после вкуса спиртовое, оно дает вот это вот жжение такое приятное, то есть тоже очень вкусный получается напиток. Но, допустим, много его не выпьешь. Вот, допустим, если винограда, груши и сидра можно по два бокала выпить, то абрикоса много не выпьешь. Будет в горле першить от того, что очень большое количество насыщенного. Его надо, наверное, делать, может быть, не так насыщенным, как я вот делал. Ну, попробуем в этом году чуть-чуть немножечко изменить рецепт, но принцип будет у нас тот же. А так, очень вкусный, очень хороший получается тоже напиток. У меня вопрос. А воду ты для чего брал? Вода это просто чисто... Споласкивать когда, между, как, между, да, между ними. Да. Ну, я нет, я потому что делаю поглоточку, я по многу не пью из-за этого. Ну, то есть, вот эти вина, допустим, вот они натуральные, цветом и вкусом очень красивые. Но единственное, абрикос, очень большое количество в нем осадка выделяется. То есть он очень тяжело фильтруется. Особенно первые разы, когда мякоть разомнешь, и вот его фильтровать очень тяжело. Сидр отлично, груша тоже отлично. Она и в осадок, в принципе, после второго выпадает. Как второй осадок выпадает на сидре, на груши, она уже становится такая прозрачная, хорошая. А вот абрикос... Наверное, с 3-4 только раз, когда сняли, вот он более-менее такой стал. И все равно он, вот мутноватность вот эта вот так и присутствует в нем. Но он сам по себе, потому что мякоть нежная, она разлагается просто, ну, как, я не знаю, цедить его очень плохо. Виноград тут тоже неплохо фильтруется. Ну, вот эти три вина, которые, допустим, виноград, груша и сидр, они фильтруются хорошо. Вот абрикос, да, с ним немножко помучаешься. Вот эти четыре вина... Очень хорошо получается. Ну, еще в этом году будем пробовать. У нас будет виноград в этом году. Мы покажем. Мы посадили сортовой красный виноград и посадили сортовой белый. Ну, то есть зеленый. Винный. Именно винный. Не едовой виноград, а винный сорт. Он, по-моему, кенерский называется. Попробуем в этом году, если у нас урожай. Будет все хорошо. В этом году
там 3-4 кустика у нас будет, может, немножко наберем для вот именно чисто из белого вина сделать. Ну, посмотрим, какой будет год. Так что, друзья, пробуйте, ставьте, употребляйте. Это все экологически чистый продукт. И никогда не будет никому с этого плохо. Только будет плюс. Вино домашнее, очень вкусное. Только тем, кому есть 18 лет. Ну, кому до 18, это само собой. А так, вино все очень вкусное, ароматное получается. И очень приятно его употреблять. Так что все, ребят, до новых встреч. В этом году будет урожай. Будем показывать, как мы готовим домашние вина. Просто я боюсь, до нового урожая мне этих вин, ну, просто не останется в наличии. Так что все. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. До свидания, до новых встреч. Будет много интересного.